студия «Пародист». Вы знаете, дорогие друзья, сегодня день рождения, я бы сказал, продвинутой девчушки. Вот. Студия «Пародист». Я знаю давно. Кто же ее не знает-то? Просто для меня, считаю, выпала огромная честь студия не просто «Хэппи Бёрстдэй». Ну и, конечно же, передать огромный космический респект и уважуху всем близким этой достопочтенной, всем, конечно же, хорошо известной дамы. Я просто волнуюсь. Ну, только представьте сами, у человека днюха, а я без подарка. Студия «Пародист». Вот и остается только на словах передавать приветы, чтобы хоть как-нибудь перед ней понтануться. Спасибо сайту видеопоздравления. Студия «Пародист». Хорошо, когда существуют такие услуги, именно то, что я могу, не выходя из своего кабинета, поздравить студия абсолютно «Пародист» любого своего корефана. Да, и Аяна «Пародист» является самой лучшей. Круче только яйца вареные. Вы только вдумайтесь в эти слова. Сам президент поздравляет. Студия «Значит, «Пародист». Если сам президент поздравляет, а президент это я, значит, получается, действительно, эта цыпочка студия просто «Пародист» нереально крутая. Я просто в шоке. У меня нет слов. Ха, я поздравляю ее. Не, серьезно, поздравляю.